следующем году страна будет праздновать 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В городах и селах уже началась подготовка к этому великому событию. Губернатор Сергей Морозов осмотрел работу по благоустройству аллеи Славы в Сурском. В районном центре по проекту поддержки местных инициатив планируется отремонтировать мемориал, посвященный героям Советского Союза. Общественность рабочего поселка поддержала этот проект. Давайте все-таки сделаем аллею героев. Давно мы не ремонтировали наши бюсты, а их 12 героев. Ни в одном районе Ульяновской области только героев Советского Союза нет. И вот инициативная группа, да, поддержала и решили, что нам нужно этот комплекс, мемориал завершить. Большая часть необходимой суммы собрана, и работа уже началась. Планируют завершить ее до конца августа. На памятниках героям будет описание их подвигов и биографии. Работы по благоустройству мемориала начались еще в прошлом году. Заменена облицовка постамента памятника воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну. Установлены фонари. Общая стоимость работ составила 2 миллиона рублей. В этом году старый разбитый асфальт у памятника заменен на брусчатку. Но если в прошлом году сделали ремонт, мы тоже не верили, что здесь вот будет лежать брусчатка, что памятник будет обшит новым гранитом. Это же произошло. Как вы думаете, вот когда все будет сделано, будет очень красивое место? Очень красиво будет, надеюсь, уверена. В дальнейшем благоустройство центра поселка планируется продолжить. Аллея будет соединена с несколькими скверами и пешеходная дорога, ведущая на главную достопримечательность района – Никольскую гору. Егор Цтов, Данил Сурков, новости Улправда ТВ.